В сентябре 2024 на телеканале ТВ3 состоялась премьера драмеди под названием «Будьте счастливы». Это картина от режиссера Ольги Кандидатовой, главные роли в которой исполнили Светлана Смирнова-Марцинкевич, Артем Осипов, Михаил Евланов, Евдокия Германова, Марина Николаева, Юлия Волкова и другие. По сюжету мира Надя рушится. Она бездетна, муж уходит в другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем. Но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обретает чудесный дар – видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы – ЗАГС. Вот только как объяснить людям, которые ничего не подозревают о способностях Нади, что они должны быть вместе? По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Будьте счастливы» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.